Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию, как живет яркий и талантливый актер Кирилл Запорожский, путь к успеху и брат известный актер. Кирилл – актер нашего российского театра и кино. Он притягивает зрителя своей харизматичностью и красотой. А еще Кирилл замечательно исполняет все свои роли, будь то в театре или в кино. Кирилл признается, что больше по нраву ему играть отрицательные роли. Можно, не боясь кого-то обидеть, выплеснуть весь негатив. Да и отрицательные роли намного сложнее играть, чем положительные. Кирилл родился в столице, в семье педагога и актера. Поэтому с раннего детства Кирилл с младшим братом Макаром наблюдали за работой отца. Через некоторое время мальчики начали выступать на сцене театра. Кроме театра, талантливый Кирилл увлекался игрой на музыкальных инструментах. Это были фортепиано и гитара. И даже какое-то время он пел в музыкальной группе, причем солировал. Но сцена все-таки перетянула Кирилла. После окончания школы вопрос, куда идти дальше, у него не возникало. Так Кирилл стал студентом Щепкинского театрального училища. Будучи студентом театрального училища, Кирилл начал актерскую карьеру. Сначала были эпизодические роли, но постепенно начались и главные, которые и дали путь к успеху. Младший же брат нашего Кирилла оказался тоже известным актером, причем Макар стал знаменитым раньше старшего брата. И в личной жизни, то есть в семейной, Макар тоже опередил брата, женившись раньше. У Макара уже есть даже дети. Кирилл обожает свою племянницу Сашеньку. Сейчас он востребованный актер театра и кино. Не каждому молодому актеру удается иметь такую фильмографию, как у Кирилла Запорожского. Что же касается личной жизни, то Кириллу приписывали множество романов с коллегами. Некоторые из них имели место быть, но некоторые просто были сплетнями и слухами. Кирилл отличный актер, певец и красавец. Ему своя работа очень нравится. Еще яркий Кирилл любит верховую езду и занимается спортом. Он владеет несколькими иностранными языками и очень много читает. Вот такой разносторонней жизнью живет наш замечательный и яркий актер Кирилл Запорожский. Желаем этому красавцу-актеру дальнейших успехов в творчестве и встретить ту самую единственную и любимую, а также успехов ему во всем. Побольше новых интересных проектов и, конечно же, главных ролей. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста. А я всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока.